Добрый день, друзья! Это магазин Фамила. Это одежда детская, взрослая, обувь тут есть. И вот маленький уголок, столик, и вот на нем вот все это. И я с удовольствием всегда это смотрю. Тут всегда для декорации что-то интересное. Вот смотрите. Либлингсплац. Любимое место в переводе. Вот это керамическое сердечко, это, наверное, поилочка для птичек. Ну, можно декорировать примерно на улице где-то что-то или под этим на балконе. Птички, домики, которые сейчас очень любят. Цухаузе, мой дом, да? Или дом просто в переводе. Это я как-то вот там всегда что-то нахожу интересное. Ну, лично для меня. Потому что я очень люблю подсвечники всякие. И вот они так сверкают, вроде ничего особенного, но смотрятся они хорошо. И вот увидела вот такой пульверизатор и думаю, большой для чего? Он может цветочки брызгать, а может для парфюма? Ну как вы думаете? Я так голову сломала над этим, думаю, для чего же? Сейчас же все продается уже с таким пульверизатором. Вот эти бутылочки всякие красивые. Ну, вот видите, еще и розовые такие же флакончики. Подсвечники оранжевые. Вот эти свечи очень симпатичные. А тут вот такой уголок с керамикой. Вот такой кувшин с клубничкой. 10 евро стоит, да, дороговато, наверное. Ну, красивый, мне так он приглянулся. Самое интересное, к нему еще была и джемница. Вот рядом с красной крышечкой. И вверху пимпочка, это ягодка. А рядом подмет с пчелкой. Очень мне понравился, да? Ну, тут всякие тарелочки, птички, сердечко. Beste Tag überhaupt. То есть в переводе «лучший день вообще». Я вернулась показать еще эти кружечки тоже с клубничкой. А вот эти подсвечники, они так сверкают и на разный цвет. И к ним так удобно подобрать еще два больших фужера на высокой ножке, которые специально тоже под свечу или под что-то там. Ну, у меня они тоже есть в обзоре, но только это будет в другом магазине и другой ролик. Красивые. И тут самое главное, недорого. Вот этот грибочек продавался за 5,99, а теперь его уценили и продают за 2 евро. А этот уголок находится в ДМе. Так вот тут подарки, как подбирать хорошо, такие шкатулочки в виде сердечек симпатичные. А рядом ангелочек с веночком, и он стоит всего евро 59. Их тут много, но, конечно, если что-то подарить, очень подходит, да, здесь. Все, правда, под розовый цвет, розово-оранжевый такой. И вот и сердечки лежат с надписями. Вот эти баночки с такими крышками, Данке написано спасибо, и такие же кружки с сердечками. Купил баночку с конфетами примерно, да, и кружечку. А еще, если вот эти упаковочки для подарков. Ну, очень они мне понравились. Мешочек. Вот льняной лежат мешочки. Куда-то тоже что-то положил и подарил с сердечком. Салфетки на эту же тему. И тут тоже недорого. Искусственные цветы. Пока-пока, мои хорошие. Всего вам доброго.